Чир всем! И сегодня мы с моей подругой Аквилей будем снимать йога-челлендж. Ну что, поехали! Итак, первая поза. Так, Аквилей, ты должна сесть, получается. Итак, следующая поза. Мы должны как бы делать крышу домика. Так, и руки. Раз, два, три. Так, и следующая поза будет такая. Аквиль, вставай. Так, эта поза у нас вроде как получилась. Следующая поза у нас вот такая. Так, ложись, иди-ка сюда. Так, и еще раз. Ты должна, не просто ровно лечь, а вот как-то у нее вот тут прогнуться. Раз, два, три. Пишите в комментариях, получилась у нас эта поза или нет. Нет. Следующая поза. Так, давай вставать. Ой, я хотела лечь. Так, давай. Ноги у нас должны перекреститься. Давай руки. Так, еще раз. Давай. Следующее. Она какая-то тоже такая сложная. Ну, сложноватенькая такая. Один человек должен встать в мостик, а другой как бы в колечко. Кто в мостик? Я. Да. Я попробую вот так назад. Давай. Так, страшно. Раз, два, три. Вроде как получилось, и теперь я в мостик. Поза у нас вдвойне получилась. Следующая поза. Мы должны как бы встать в планку. И на планке еще одна планка. Так, вставай в планку. Я на тебе планку делаю. Раз, два, три. Это поза. Мы делаем. Итак, дальше у нас идет такая поза. Так, вставай как бы в уголочек такой. Я должна как бы на тебя вот так вот. Раз, два, три. Это мы тоже сделали. И следующее. Так, опять же тот же самый уголочек. И только тут надо сделать такое колечко. Да. Я тогда стану в уголок. Руки должны быть вот сюда, вот так. Убери голову. Раз, два, три. Эта поза получилась. Итак.
Так, смотрим дальше. Дальше у нас будет вот такая поза. Уголочек и на нем мостик. Давай, я в уголок встану. Да. А я тогда буду делать такой мостик. Раз, два, три. Эта поза у нас получилась. Смотрим. Поза будет непростая, но золотая. Красиво очень выглядит. Так, давайте делать. Вставай. Да. Так, ногу поднимай. Хопс. Так, еще раз пробуем. Сложная поза. Очень. Одна есть. И вторая. Раз, два, три. Вроде получилось. Следующая поза будет такая. Так, здесь как будто перевертываешь. А, колечко получается? Да, вот. Давай. Ты будешь на животе. Я вот на тебе. Так, давай левую руку. Это у нас не получилось. Но давай я тогда попробую. Давай. Давай. Нет, это у нас не получается. Следующее. Такая поза? Ой, она это очень сложно, даже я бы сказала. Давай. Мостик на локтях. Давай, я тут. С прямыми ногами. И надо выпрямить ногу наверху. Ну да. Так, давай, ты первым встанешь тогда. Мост. Выпрямляй ноги. Давай ногу. Где она? Раз, два, три. Эта поза у нас получилась. Пишите в комментариях, получилось или нет. Так, следующая поза у нас как бы сердечко. Так, давай вот так. Ноги. Раз, два, три. Получилось. Следующая поза у нас будет вот такая. Так, давай я в шпагат тогда сяду. Хорошо. А потом мы поменяемся еще. Раз, два, три. А я вот на Яне сделала, ну она была в шпагате, а я сделала вот такую позу. Как бы так сказать. Okay. А так, и ты тоже? Давай. Раз, два, три. Следующая поза. Давайте я буду как бы, ну, не ложиться в мостик. Ну, давай. Так, значит, я вот тут. Я сажусь тебе на коленки. Давай руки. И сяду еще одну. И на то. Раз, два, три. Тоже получилось. Итак, дальше у нас идет такая поза. Шпагатик и как бы мостик. Я буду в мостике, ладно? Хорошо. Я делаю шпагат. Раз, два, три. Эта поза у нас получилась. Итак, следующая.
тут как бы мы должны сделать ласточку. Только взяться руками. Давай руки. Заправиться надо, чтобы все не вылезло. Давайте. Раз, два, три. Эта поза у нас последняя. Получилось. Итак, на этом наш йога-челлендж закончился. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал. Всем пока!